Сотрудники Барвихинского отдела полиции задержали в селе Немчиновка 32-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у него обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находились 50 свертков с порошкообразным веществом. По адресу проживания задержанного был обнаружен и изъят еще 51 сверток. Экспертиза установила, что часть содержимого является героином общей массой более 150 граммов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.